Первый пошел. Еще тут лутают какую-то, как будто тачку разбили, что ли. Давай, разгоняй их. Второй пошел. Назад. Давай вперед, вперед, блин. Бегите, третий. Сложно стрелять. Да не морта работает. Хорошо, давай дальше, хорошо. Давай дальше. Выгонять их все. Вон он еще один бежит. Бигбун. Морта вообще в пустоту стреляет по одному месту. Что там где-то стреляет? Бой спереди. Заделаем. Они без всего, они безопасны полностью. Безобидны даже. Патроны только жалко на них тратить. Но это хотя бы их разогнать. Ой, хорошо. Тут вышка, по-моему, наша, нет? Вперед проедь. Давай, давай, давай. Нашего там утащи. Там пилбоксы, поехали пилбоксы посносим. Боксхоллы. Главное, чтобы они в нас не стреляли. Кто? Фоксо? Смотри, сколько тут колонистов. Он бежит с мамонкой слева. Стикой. Все, они заметил, мамонки все набрали. Угу. Все, наверное, конец. Мамонка полетит сейчас назад, назад резко. Кто это там лупит так? Это наш, по-моему, пулеметчик справа. Вышку убрать, там он да, строится. Стой. Огонь. Я, по-моему, убил мужа. Да, убил, рюкзак убил. Выпал. Остальные... Подожди, еще один. Еще один. Ладно, сначала вот так сделаю. Угу. Вперед, давай подъезжай. Вон он в окопе. А, не убил. В окопе я вижу. Справа нас мужик обходит. Осторожно. Давай назад. Ох, ого, подпрыгнул. Хорошо. Давай. Тут надо какие-то войны. Тут надо пилбоксы какие-то. Тут не АТ, а тут да, обычные АТ. Срочно причем, хотя желательно бы, чтобы... выкопать гарнизон. Вот здесь бы прям вот от вот этого канала какого-то гарнизон. Тут хотя бы прокинуть. Парочку поставить, чтобы они эти... Обычно хороший райфл гарнизон сюда подпрыгнуть. Давай, давай, давай. Ой, тачка стоит какая-то обычная. Мужик, если что, в окопе осторожно, ближним. Угу. Они с чем-то просто так тачку скормили. Готов. Хорошо. Че, все, отвоевались. Хрен теперь. Отступают. Вы повоюете. Хватит. Уже проигрывай. Вот что танк значит. Бил. Танк это топ. Вперед, давай. Слева осторожно будь. Давай, давай, вперед. Это наш. Ружье потерял. Это наш. Справа сидит. Я вот даже не знаю, по кому стрелять-то. По нему, допустим. Газом травят справа. О, это, знаешь, что? Это, по-моему, кутлер. Либо тридцатка. Тут танк. Бригадир брал. Нам бы встукнуться, знаешь. 99. Ого. По нам ж попал. Стоп, это что? Это хэч, да. Обычно танчик. Да, да, да. С нашими двигайся. Найс. Правее, правее подъедь, где лежит сундук. Надо пулеметчика. Не попал. Пулеметчика надо подавить. Вон он. Стой, 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 назад немножко. Бегает, не убежал, хорошо. Сюда на пулемет нам, да. Желать. Слева, 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 слева. Внимание. Траншея, огонь. Я на перезарядке.
парочку завели, сейчас я подобью. Патроны убавляются очень быстро. Здесь надо грамотно было вообще пригнать сюда какой-нибудь скаут-тэнк. Какой-нибудь этот. Слева мужик со стиками. Nice, thanks. На нас стику, что ли? Не-не-не, наш прикрыл нас. На нас могли налепить стику. И там копай, дай сломаю. Так вот. Они почти что-то хотели. Заметно меньше. Но у нас танки. Ну, нам бы пехотные танки, противопехотные. Для поддержки. А тут на таких, на... таких танках... Это артиллерия, это ихняя, что ли? Это наша, наша. Всё, сейчас темнеет. Они там справа вышку строят. Если мы подъедем вот направо, на... куда я смотрю, на край, это, конечно, может быть опасненько, но нам бы вышку сломать. Все, блин, сломал. Ага, это, скорее всего, тремолка, да, две тремолки. А, тут мужик, найс. Не надо было стрелять, там он слева. Ну, это газ. Газ. Найс. Сейчас темнеет, да, очень плохо, потому что... Прямо они активизируются с мамонками, со стиками. Тем более, видишь, нашей поддержки пехоты тут нет вообще. Буквально посчитать можно, что у нас тут 5 человек. Их много. Давай вперед помаленьку. Сейчас еще. А нет, по-моему, стемнело уже. Пока еще нет. Нет, просто есть такой момент, когда прям людей уже не видно. Дерево горит, что ли? Все, стемнело. Прям очень сильно. Да, это наша стреляет, потому что в, написали Team Kill в чат. Нашего убило. Это наша. Все, полный тим. Потеряли базар. Еще делаем. Что ты тут сделаешь? Отъезжаем, ничего хорошего. Просто так стоим. Отъезжаем, возьмем остальные патроны. Давай, поехали. Танк опять на перекрестке. Это не танк, это трак, вроде как наш говорил. Какой трак, пол там? Хатчет камень, слышишь, говорит? А, вижу хатчет. Го-го-го. Юре. Найс. Дестрой. Вперед, только вперед теперь. Да, намертво подбил. Yeah. Nice, guys, good job. Отлично. Прекрасно. Вот прям вот в душе приятно. Справа очень много людей. Тут спереди, давай назад, назад, назад. Хачет и пелику спереди. Ты наш убили? Без понятия. Ну, похоже, все. Я попал по пеликусу. Давай еще назад. Или еще в одного будем драться с двумя танками. Ну, вперед давай, если будем драться. Помаленьку, осторожно, можно. Они нападают немножко. А пеликус на 45 стреляет, без вариантов совершенно. Я стреляю на 40, он на 40 этим. По людям, по людям. Ну, они вон спереди. Пеликус подкатывается. И это хачет, по-моему. Это хачет, вперед, выйди, вперед. По-моему, пробил хачет. Как-то он стреляет, у него уже на 40 метров. Он на 45 стрелял, по-моему. Хотя нет. Есть еще кронеска, это апгрейднут хачет. Давай, ладно. 52 патрона.
Осторожно, главное, долго не стоять там. Все. А выкатывается. Ну это я вообще его даже не вижу. Подбили трак. Да нет. Ха-ха. Все, по ним билбоксы стреляют. Ох, он тоже билбокс жарит. Как опасно. Пеликус нас кроет. Не попал. Хочет попасть. Не попал. Рядом. Снимай. О, тут пушка. О. Найс. Это уже другой раз. Не чихал. Мы причем в курсе, что не чинились. Найс. Be careful. Йо. Наши еще перезаряжаются, они все с кутлерами. Там еще кутлерист бежит. Бэк. Что просто убьют. Сейчас, подожди, на вино присяду. Командуй. Да без проблем. Спереди на расстоянии 65-75 метров стоит Пеликус и Хэтчет. Пеликус немного выкатывается, чтобы по нам настучать. Да, выкатывается вперед. О-о-о-о, нет. Тише. Попали по нему? По нему пушка попала, Кудлерис сидит в окопе. Слева. Рестушку не глупи. А-а-а, все. Похоже, все. 18. Ах ты.